Чё по времени? Блин, я уже опоздал, надо бежать. Сек. О, братан звонит. Чё как, бро? Бро, ты не поверишь, что случилось, наша школа взорвалась, и мы теперь не будем учиться целый год. Найс, пойду погуляю. 10 минут спустя. Как же я хочу сходить в ресторан, но я не взял ни единой копейки. Класс. Стоп. Почему тут только 100 баксов? А на какие шиши мне такси оплачивать? Блин, хочу слетать во Франс. Но это кринж летать на самолете, а еще за него нужно платить деньги. Но ничего уже не под... Ну, выглядит как Франция? Багет! А что, если какой-нибудь снайпер сейчас меня выцеливает, меня... Пожалуй, надо вернуться. Опа. Ай, чем я вообще занимаюсь? А, чё? Каким образом? Как ты видишь, моя удача 100%, но настолько ли я удачлив, чтобы ты посмотрел вот это видео? Прямо сейчас!